салаты с квашеными. Так, я выписываю, да? Да, да. А скажите, у вас тут колбаса отварная, а у вас здесь половина сардельки. Ну, потому что цена одинаковая. Не, ну тут просто в меню у вас... Не, ну колбаса отварная, цена одна и та же. Мы давали всем колбасу сегодня. Это вот девочка дала сардельку. Это вот кусочек дается... А если колбаса? Ну, дается кусочек колбаски, да? Да. А что, плохо? Нет, нет. Не, ну мы уже взяли меню со всей Украины. Боже, видели. И там даже больше. А хорошо, у вас там в меню указано отбивная. Будет отбивной никогда. Не, отбивной никогда мы не купили. Там нет меню, но там дали на выбор. У нас отбивных нет. Это дали меню, чтобы вы посмотрели. Ну, может, что-то там захотите. А можно... отбивную. А чашечки у вас вот это моются? Это чистые? Да. Отбивные, ну вот посмотрите, у вас чистые чашечки. Сейчас я скажу женщине. Отбивные по-любому мы это давать не будем, потому что... Ждите, девушка, вы мне в окно. Да, я слушаю. Потому что это жареное. А у вас есть горячая вода вообще? У нас вода горячая есть, но сегодня воды горячей нет. Сегодня проточно нет. У нас вода полный котел, воды... Любовь Михайловна. Да как вообще? Посмотри. Ну посмотри, это чистые чашки. Так а чем они грязные? Ну посмотрите, это чистые чашки. Не, ну они ж помытые. Ну от чая может быть налить. Это не помытые чашки, смотрите. Девушки, мы раз в неделю всегда замачиваем. Здесь раствор. Мы не раз в неделю, мы говорим. Но детки ж не раз в неделю вас кушают. А можно те чашечки посмотреть? Я имею в виду, что мы делаем дезинфекцию раз в неделю, а каждый день... Чашки моются. Мокрые чашки, они, ну, нельзя как-то. Элементарно пищевой содой это все отмывается. А как давно дети у вас покушали? Как давно дети покушали? Минут 15 назад. Курок только закончился. Уже 40 минут прошел курок. А полчаса. А это тряпка для... Для столов? Для столов. Для столов. Вкусно? А ты здесь почему мальчик кушаешь? За столом не удобно. Девочки, а вы чего здесь кушаете? У вас здесь вязаные? Разрешают? Нет, разрешают. Но там не угрожают.